Привет, это Камчатка с Александром Петровым. И то, в чем я сейчас признаюсь, это страшное признание. После этого признания, возможно, большинство вас отпишутся от моего канала. Ну да ладно, чему бывать, тому не миновать. Я ненавижу технику компании Apple. За что я ее ненавижу? Об этом я скажу немного позже. Любишь медок? Люби и холодок. Да-да, на столе стоит именно MacBook Air. Именно компании Apple. Но об этом, как я уже сказал, позже. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. А по поводу метка и холодка. Газета «Ичинский ударник» 10 июля 1951 года опубликовала маленькую заметку. Океанское судно доставило в Петропавловск необычных пассажиров. Три пчелосемьи. Пчелы хорошо перенесли путешествие по Японскому и Охотскому морям и Тихому океану. Пчелы доставлены по реке Камчатке Мильковской опытной станции. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мое утро, как всегда, начинается с чашки черного кофея. С чашки черного кофея и с рыбного пирога, начиненного, между прочим, камчатским лососем, а не какими-нибудь там материковскими речными рыбами, воняющими илом. Я уже не раз обещал, что буду знакомить своих зрителей с различными вырезками из старых газет. Раз уж мой проект «Камчатка день за днем» завершен, а те ролики, которые вы видите, являются лишь перезаливом, я все равно не могу не рассказывать о милых и интересных газетных публикациях прошлого века. Выходила до Великой Отечественной войны в Усть-Камчатском районе газета «Штурм», которая потом не раз меняла название, но дело не в этих названиях, об этом, может, я когда-нибудь и расскажу. 10 января 40-го года века минувшего газета «Штурм» опубликовала стихотворение жителя села Ключей Григорьева «На охоте». Снег глубок, зима сурова, у палатки низок вход. Группа смелых звероловов в ней зимует каждый год. Снежной кухтой перевиты спят деревья тихим сном. И трещит мороз сердитый здесь, в безмолвии лесном. Чуть от солнца отблеск крыши ляжет утром на стволы. Звероловы ладят лыжи, вяжут сумы и узлы. Вскинув на плечи централки, с целой стаей верных псов, разбредаются с палатки и уходят вглубь лесов. А в подях и на аласах снег пушистый шевеля, бьются, мечутся в капканах зайцы, лисы, соболя. Это неумелое и непритязательное стихотворение войдет в антологию «Стихи о Камчатке», которую я почти собрал и которая выйдет в свет в следующем, в 21-м году 21-го века. Это замечательно, клянусь Богом. Я так часто об этом упоминаю для того, чтобы вы в нетерпении ждали эту большую книгу и заранее копили на нее денежки.
Итак, я обещал рассказать, за что я ненавижу технику Apple. Не, Фоль, это не надо. Именно за то, что и ноутбуки всех остальных фирм, которые я не стану перечислять, настолько много этих фирм, и планшеты, выпущенные не компанией Apple, и мобильные телефоны, выпущенные другими компаниями, не обладают этим страшным недостатком, с которым бороться невозможно. Мыслимо ли это? Терпимо ли это? Доколе? Ответьте, производители компании Apple. Причем началось это все не сразу. Этот ужас начался лишь в новом тысячелетии. Я пользуюсь компьютерами Macintosh с 1996 года. Не правда ли? Большой срок для того, чтобы выработать критерии оценки. С такими вещами играть нельзя. Так вот, и всем эта техника меня устраивала. А вот в начале нового века случилось страшное. Провода от зарядных устройств и ноутбуков, и планшетов, и телефонов стали весьма недолговечными. Они стали протираться, рваться, на них начала лопаться оплетка. И как с этим бороться, никто не знает. Во всем остальном техника Macintosh меня абсолютно устраивает. Я, кстати, несколько лет назад был просто шокирован, когда совершенно случайно попал в контору одной из телевизионных компаний Камчатки и обнаружил на столах огромные 29-дюймовые iMac'и, на которых была поставлена операционная система Windows для того, чтобы монтировать видео в программе Adobe Premiere и обрабатывать звук в программе Adobe Audition. Сказочный долбоёб. И когда я задал вопрос, а почему нельзя это делать в родной операционной среде, ответ был: нам так удобнее. Да, да, Premiere у нас регулярно выпадает. Да, Windows регулярно демонстрирует синий экран смерти. Но, тем не менее, нам удобнее так. Я же так не считаю. Я считаю, что в отношении компьютеров, планшетов и мобильных телефонов Macintosh впереди планеты всей. Это точно. За одним исключением. И за это исключение я Apple ненавижу. Это провода. Наконец-то вы узнали правду. Ну и напоследок еще одна заметка из газеты «Ударник», из номера от 21 мая 1939 года прошлого века. Заметочка маленькая, вот она. Называется она «Избач бездействует». В начале 1939 года к нам в село Ленина прислали культработника избача, пишет газета «Ударник». Казалось бы, культработа должна процветать на селе, но ничего подобного не видно. Избач Смирнов беспробудно пьянствует, а недавно в нетрезвом виде разбил 20 патефонных пластинок. Пора организациям, пославшим такого культработника, заинтересоваться его работой. Село Ленина раньше находилось в Усть-Большерецком районе, сейчас оно уже давно не существует,
А кто такой избач? Это руководитель избы читальни. В то время как в первой половине прошлого века государство пыталось нагнать Россию мирного времени в стремлении обучить народ грамоте. Напомню, что первоначально курс на обучение русских людей грамоте начался еще в XIX веке. И, поверьте, если бы не большевистский переворот 1917 года, то всеобщая грамотность пришла бы в Россию намного раньше. Так вот, избач. Избач – это руководитель избы читальни, то есть культурно-просветительного учреждения, куда люди приходили читать газеты, если они умели читать, слушать, каким читают газеты грамотные, учиться грамоте, играть в настольные игры, заниматься хоровым пением и многими другими занятиями. Вот такие вот заметки. Итак, сегодня вы узнали, за что я ненавижу технику Apple. Это страшное знание наверняка изменило ваше отношение ко мне. Но я это переживу. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится пользоваться нормальными компьютерами, нормальными телефонами, нормальными планшетами. А если вы используете так называемый Windows, можете ставить дизлайки. Тьфу на вас. Тьфу. Обязательно пишите под роликом комментарии. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Ежели вы на моем канале впервые, то сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка, выполнив которую, вы не будете пропускать новые видео на канале. Вот эта подсказка. Будьте внимательны. Ну что, кнопочка «Подписаться» из красной превратилась в светло-серую, и на ней появилась надпись «Вы подписаны», колокольчик нажат. Какой вы молодчина? Или какая вы молодчина, в зависимости от вашей гендерной принадлежности? Теперь вы не будете пропускать новые видео на моем канале. Но это не точно. А я продолжу мое кофейное утро с рыбным пирогом. До свидания.